Эллиот! Мам! Уверен, нам здесь будет хорошо. Зачем вы приехали? Почему мы оставили Нейта там, в земле? Мы не оставляли его. Твой брат всегда с нами. Так, твои машинки попали в аварию. С кем ты говоришь? Тебе не кажется, что он как-то странно себя ведет после нашего переезда? Эллиот, это зеркало. Отражение ваших переживаний и страхов. Ваш сын загадал желание, и оно исполнилось. Это не его брат приходит к нему ночью. Ты лучшая мать на свете. Я уже не понимаю, что реально, а что нет. Ты же не сделаешь маме плохо.